First of all, I'd like to apologize to Saivul for the unfortunate joke in your direction. To tell the truth, this was my very first reaction to such an event and the appearance of this developer in front of my eyes after a very long time. And therefore, I want to say that it wasn't for the purpose of insulting or humiliating the developer. It was just a misunderstanding that got me banned from this server. And I hope you'll forgive me and I'll be able to return to your pleasant community. Thank you. Ну а теперь приятного просмотра. Всем здравствуйте, на связи BGWTP, и добро пожаловать в новое видео по такой игре, как Forsaken Air Darkest Delivery. Кто не знает, это модифицированный клиент FNAF, сделанный фанатами этой игры, и сегодня у нас вышло обновление с новым персонажем Purple Guy. Я уже собрал его приманки, мне ничего не выпало, я уже купил иконочки из магазина, я уже предварительно подготовился, вот такие у нас иконочки, они называются мегавирусные, прикольные. Мне уже его накидали, сейчас будем потихонечку убивать. Я думаю, ролик не затянется надолго, потому что, к сожалению, я уже говорил в моем телеграм-канале, меня забанили на сервере Forsaken Air, потому что посчитали не очень хорошим человеком по ошибке, и на самом деле я никого и не хотел оскорбить. Но, однако, разработчики и модераторы этого сервера посчитали иначе и дали мне, к сожалению, бан. Так, теперь будем разбираться с механикой. У него музыка классная. Белая. А у него спрингтрапа? У него спрингтрапа? У него спрингтрапа механика? Подожди. У него спрингтрапа? А и все? Что это? Ой, и это вся механика, вы что, помните? А, то есть это просто 8 бит спрингтрап, понятно. Он больше ничего не делает. А, сейчас, я, пожалуй, сделаю вот так, что лагает. А, ну это все, это вся его механика. Я чуть не умер. Это было близко. Белая. Красная. Три хайвайра всего. Красная. Он по три хайвайра всего кидает. Прикольно. Опа. Ну, что-то он много помех кидает. О, слушай, у него... О, вот это прикольная анимация. Он прям умирает. Кайф. Ничего не выпало. Блин, 83, еба. И пад. Вот это прикольно. 83 опыта за такого аниматроника, это вполне достаточно. Ну, он не сложный, это обычный спрингтрап. Тем более он еще и не лагает. Так что вообще кайф. И механика не особо растянута. Ага.
Привет. Привет. Привет, привет, привет. Ага. Привет, ковбой. Угу. Так, он где-то слева. Бежит. А, белая. Белая, белая, белая. Красная. Красный, красный, красный. Блин, ну это изи. Это изи. Неожиданно, конечно, он вышел. Так, ага. Белая. А, ой. Простите. Почему я юзаю фонарик? Потому что мне его почти не слышно. Кстати. А мне нравится его музыка. А? Понял. Понятно. Я его недооценил. Он должен. Во, побежал. Побежал. Смотрим. Иконка. Кстати, тут уже русский язык появился. Первая иконка. Это мод. И, а, ну и все. Скриншотаем. Скриншотаем. И уходим. Иконочка есть. Давайте ее поставим тогда. И где? А, где? Вот, вот здесь. Прикольная иконка. Мне кажется, а у него там вроде еще вторая должна быть, по сути. Если у него еще и Spring Bunny, значит, у него еще и вторая может быть, скорее всего. Поэтому посмотрим. Тоже. Если выпадет, значит выпадет. Что он это? Как-то решил с вами... Куету навести. Очень сложно его, кстати, услышать. Я тебя видел. Не убьешь. Опа.
Блин, ну очень классно, что он не лагает. Так удобно играть. Еще не бежит. Блин, прикольный у него звук Хайвайра. Такой пикселизированный, клевый. Ну, милый, блин, ты посмотри на него. Молодец, молодец, побежал. Он побежал. Молодец. Ну-с. Выпал. Со второй попытки. Мне повезло, мне повезло, мне повезло, мне очень повезло. Ей! Давай посмотрим на него. Давай-ка на него посмотрим. Шедевра 8 битдолора. Я тебе советую подвинуться. Вот он. Ой. Вот он. Тихо, тихо. Верни. Там. Таран. 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 Эти звуки. А, это все? Это все? Не, ну эта анимация, конечно, ленивая. Вот его ЦП. Кстати, у них теперь вот здесь нет этого эффекта нажатия, то есть они обычно темнели, когда на них нажимали. Теперь такого здесь нет. Ну ладно. Анимация, конечно, очень ленивая, очень скучная. Зато я надеюсь, хотя бы ЦП будет нормально. Хочу посмотреть на раскрасочку ЦП. Па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па. Его почти реально не слышно. Я его почти не слышу, ни черта. У него помехи затихают просто. А еще он меня жутко лагает. У меня бой лагает. Это было близко. Спокойно. Нет.
бегу на базу. Вот так вот, значит, да? Ну понятно, все. Он меня больше не любит. Он не хочет, чтобы я его убивал. Я полагаю, здесь можно уже скипнуть. А то это будет долго. Стоять на место. О, я же тебе сказал, вторая иконка есть. Она есть. Отлично. Ну а скриншот-то где мой? Алло. А, вот, все, скриншот есть. Блин, а ЦПУ? А ЦПУ мой где? А ЦПУ мой где? А ЦПУ мой где? Ах ты, собака, сут... Давай, ЦП, побыстрее, пожалуйста. Я уже 40 минут. Я 40 минут кручусь! Аллилуйя! Неужели? А че он такой большой? А че он такой большой? Ой, это мило. Ты мило немного. Это, конечно, баг, но это мило. Аллилуйя! Я потратил на тебя почти что целый час. Это было просто... убийственно. Это был, кстати, последний Purple Guy, которого мне отправляли. Я его выбил. Аллилуйя! Аллилуйя! Ура! Ура! Обед! Давайте посмотрим на него, кстати, в мастерской. Мне нравится то, что они их рассортировали по частям ФНАФа. Ну, короче, он дефолтный. Вот, дефолт Purple Guy. Вот такой вот ролик, ух, я аж даже вспотел, это было очень сложно, это было очень долго, но я, главное, успел его выбить на видео. Что ж, огромное спасибо за просмотр, поставь лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые ищешь больше новостей по Forsaken Air Darkest Delivery, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на этом канале, обязательно заходи в мой телеграм-канал, чтобы не пропускать все самые свежие новости по игре Forsaken Air, ну и также присоединяйся в мой телеграм-чат, где ты можешь потрейдиться и провести время с нами, а также можешь поговорить со мной. Оставляй свои комментарии по поводу этого обновления, я считаю, то, что я бы обнове поставил, ну, наверное, 5 из 10, хотя... ну, где-то 5-6, потому что анимация очень ущербная, к сожалению. Она очень простая, мне это не совсем нравится. Ну, персонаж сделан на скорую руку. Покраска ЦП мне вполне заходит. По цветам они не ошиблись. Музыка просто шикарная, мне нравится. И его звуки, конечно, в мастерской тоже простые, интересные и прикольные. Поэтому 6 из 10. Если была анимация поинтереснее, то я бы тогда поставил даже 8 или 10. На этом все, всем пока-пока, до скорого, удачи, увидимся в следующем видео.